Если вы, нахмурясь, выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас с любимой вдруг поссорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря, вы в глаза друг другу поглядите лучше. Лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Это Первый канал. Репетируем. Нет, я могу все вам спеть, тогда будет лучше. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Ну, наконец-то я послушаю, как листья поют. Все или как? Если вы, нахмурясь, выйдете из дома. Вот, самое главное, это попасть в долю. Да, я понимаю. Вот. А что такое доля? Я под Гурченко. А только еще в ноты попадаю. Да, пробуем. Если вы, нахмурясь, выйдете из дома.
Ну ты, Феллини. Все, нормально, давай. И хорошее настроение не покинет больше вас. Ну, поконкретнее можно? И хорошее настроение не покинет больше вас. Вспомните, как много есть людей хороших. Еще разочек, нет. А переписать? Давайте. Вспомните, как много есть людей хороших. А вы не писали? Лучше всяких слов порою взгляды говорят. Лучше всяких слов порою взгляды говорят. Вы не попали чуть-чуть. Лучше всяких слов порою взгляды говорят. Слушаем. Не покинет больше вас. Вас. Ну, вот вас. А, нет. Вас. Выше. Вас. А, может быть, внизу? Я... Для меня это такой темный лес, поймите меня правильно. И хорошее настроение не покинет больше вас. А если так, не покинет больше вас. Музыка нас связала. Да. И улыбка без сомнения. Давайте, как может сорваться голос? Без сомнения вдруг коснется ваших глаз. Мы даем по блюзу или не даем? Давай еще попробуем разок. Вдруг коснется ваших глаз. Вдруг коснется ваших глаз. Вот так попробуем. Не покинет вас. Репетируем. С вами вовсе незнакомый встречный паренек. Все? Вы в глаза друг другу. Поглядите лучше. Все, нормально. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. Bye, thank you! Фонограмма! Так, слова какие? Фонограмма! Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой. С вами вовсе не знакомый встречный паренек и улыбка. В чем дело? Добрый пева. Нет. До конца припева. Все равно фразы разные. Скорость должна быть одинаковая у камеры. Так, ребят, одна линия, ради бога, достаточно плотно друг другу. Если вас любимый вдруг поссорил случай, и поступок этот в сердце вам проник. И хорошее настроение не покинет больше вас. Снято! Так, Якубович, Моргунова, Кириллов, Листьев. Угол, Ленька, ставь вторую сразу на кран, чтобы мы отработали здесь. Приготовились. А вы не первый раз. Фонограмма! Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой. С вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимый вдруг поссорит случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу
поглядите лучше. Лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас.